И снова здравствуйте, всем привет. Итак, посетила меня задумка сделать анимации, именно попробовать, как работают анимации пингвин с Мадагаскара. Не хотел я их делать, но, видно, от этого никуда не уйти. Нашел я одну модель, рассмотрел ее, как она выглядит, сделал с нее переработки, сделал, значит, скриншоты фаз-профиль. И давайте попробуем все это дело воспроизвести. Скачать скриншоты, модели можно будет в группе ВК. Так, убираем, значит, камера, свет, куб. Все это дело нам не понадобится. Давайте все это дело удалим. Файл, значит, импортируем сюда. Так, пардон, add. Находим image, находим, давайте это, преференции пойдет. Так. Находим, значит, заготовки, которые я уже сделал, скриншоты. Вот, шкипер, да. Понаходил я тут вот какие-то картинки, да, можно с них делать, но вот давайте вот с таких заготовок уже скрин с модели, которую я, повторюсь, переработал. Так, ставим ее на центр, единица на нампаде. И посмотрим, как все здесь дело обстоит, да? Так, добавляем add mesh, добавляем, давайте, циркл. Заходим теперь в edit mode, английская А. Выделяем с помощью move, подводим его, делаем S, уменьшаем, переводим на нашего персонажа, делаем еще немножко S, теперь E, английское щелчок, вытягиваем, делаем английское S, вытягиваем чуть-чуть G. Так, N панель, screen cascade. Теперь опять же E. Опять же делаем S. Чуть-чуть деформируем вперед. Делаем. Так, E. Делаем S, в бок уводим. Здесь уже делаем S уменьшение. Образуем контур, да. Так, S. Уводим в левую сторону, еще немножко S, придерживаемся контура, E, щелчок. Так, и вот здесь буду делать без вот этого выступа. Значит, делаем так, S, уменьшение, делаем E, вытягивание вверх, делаем S. Уводим в бок. Так, теперь делаем опять же то же самое. Так, и теперь чуть-чуть, наверное, S. Ага. Теперь делаем E. Вытяжку. Побольше, наверное, и R. Перекрутку. Чуть-чуть, значит, уводим в бок и поднимаем кверху. Так, вот так. Тут чуть-чуть поднадуем сейчас, значит, E, вытяжка. Смотрим сверху, делаем S. Опять вытяжка, делаем
S. Так, Ctrl-Z. Делаем S. Закрываем всю эту пустоту. И делаем английскую F. Все, это дело мы закрыли. Получилась вот такая вот заготовка. Так, теперь, что нам нужно? Нам нужно сделать вот этот низ, да? Выделяем нижние полигоны. Делаем S. Так, теперь E. Еще раз, значит, S. И опускаем все это дело вниз и делаем S. О, все полигоны не выбрались. Пардонте. Нужно переключиться вот в такой вид. Так, можно прибавить поближе. Делаем, значит, какую штукенцию, да? S. Так, это вот так. Теперь E выводим вниз и делаем S, уменьшаем, вот, выбираем ноги, да, переворачиваем, делаем английскую E, щелчок S. И английскую F. Так, не получилось. Ctrl-Z. Делаем еще раз S. И делаем английскую F. Так, получилась вот такая вот у нас болванка. Теперь заходим в Object Mode, находим, удаляем этот ref, английская A. Так, это единица, семерка на нампаде. Можно все это дело, значит, привязать set to origin 3D курсор, если отвязан, и перекрутить. Так. Ну, в принципе, все. Вот она, болванка готова. Теперь, что нужно сделать? Нужно импортировать эту болванку, значит, или в Sculptor Alpha 6, или в ZBrush, и уже можно тут намечать глаза, как-то все это дело, значит, делать. Так, вот, выгладили. Так, находим Normal, ставим галочку. Регулируем сглаживание, допустим, да? Так, или значит Ctrl-Z, Ctrl-Z. Давайте добавим еще ребра. Чтобы эта штука была поплотнее. Так, и помягче. Делаем чуть-чуть S. Ну все, вот она, болванка готова. Теперь нужно поработать с ней, со скульптом. И потом делаем, значит, клюв, глаза и крылья. И будет готовый персонаж. Так, сохраняем все это дело в файл
экспорт пусть будет в формате OBS. Так, Object Mode. Экспорт в формате OBS на рабочий стол десктоп. Это будет скипер болванка. Не туда нажал, что-то туплю. Так, и экспортируем на рабочий стол. Так, попал он в документы. Ладно, потом найду. Так, погнали. Теперь что нам понадобится? Нам понадобится форма крыла, да? Так, добавляем теперь опять же add, значит, image reference, рабочий стол. И что у меня тут еще есть? Так, значит, форма крыла будет у нас вот такая, да? Так, шкипера пока выбираем. Английская А. Даже не А. А просто скроем его. Так, это в бок. Это английская H. И погнали. Добавляем теперь это mesh. Добавляем план куб. Значит, кубу что делаем? Заходим, выбираем сам куб, заходим в Edit Mode, жмем английскую M, Alt Enter. Так, теперь с помощью Move, чтобы точно было, можно точку эту, которая получилась вершина, мы ее переводим на модель. И давайте экстрадируем E. Так, E. Так, и теперь получается, что у нас здесь выбрать надо две вершины, нажать опять же M, Alt, Enter, и они слепляются. Так, здесь у нас, значит, выравниваем по контуру, ну, чтобы четче было, да? Так, что еще можно сделать? Порезать. Теперь, значит, жмем английское A, F, закрываем эту модельку и теперь режем. Нож. Включаем нож К, английская. Выбираем вершины. Enter. Опять же выбираем К. Enter. И так далее. Так, ну а теперь порежем чуть-чуть, значит, добавим ребра. Ну вот и все. Заходим теперь в Object Mode.
И вот этому всему делу, значит, можно сделать экстрадирование толщину с помощью модификатора solidify. Толщину выбираем, пусть такая будет. Делаем файл apply. Так, вот это у нас уже получилось крыло. Значит, теперь ref крыла удаляем. Английское Alt-H сочетание клавиш. Выбираем наше вот это вот крыло. Делаем R. Привязываем его, давайте, к геометрии. Ну и подведем, значит, к нашему персонажу. Так, это будет с этой стороны. И делаем английское S. И поднимаем чуть-чуть повыше. Вот так, где-то вот тут оно должно быть. Так, намечено. Я делаю именно на эту сторону, потому что потом буду работать с этим делом в ZBrush. ZBrush и скульптор, они зеркалят именно слева направо, а здесь справа налево. Ну, в принципе, здесь можно настроить еще зеркалку. Это с помощью модификатора здесь Mirror. И вот по осям можно, допустим, по Z, по Y, да, тут отзеркалить. Выбираем. Вот по Z, допустим. Отзеркалили, применили. Но мне нужно именно одно крыло. Я буду работать с одним. Потом буду его зеркалить, добавлять как-то там. Так, и чуть-чуть его отводим к ключице. Так, следующий этап. Нам понадобится клюв. Тоже скрины я поделал. Смотрим файл. Так, опять же, вот это все скрываем. Английское H. Файл. Так, пардонте. Image reference. Опять же, в папке Skipper смотрим. Нету. В другом месте. Значит, вот он будет у нас клюв. Поднимаем его повыше. Ну и тот же самый процесс делаем. Смотрите. Отводим назад. Добавляем Add Mesh. Давайте куб, план, без разницы, можно добавлять. Заходим в Edit Mode. Опять же, английское M, Alt Center. И теперь так. E. Погнали экстрадировать. Смотрим, ловим вот эти части, где будут потом ребра. В ZBrush, конечно, это можно было нарисовать маской или кисточкой, которую я показывал в прошлых роликах. Называется она Retop. И все то же самое получилось бы. Ну, моделировать вот так вот именно в Blender. Здесь как-то проще все это делать, чем, допустим, ZBrush. Ну, все возможно, опять же. Можно было под ним скульптом это все сделать, с сферой сделать тело. Так, это значит G аккуратненько поровнее. Ну, все равно, но потом в ZBrush я буду еще это зеркалить. И будет одинаково. Мне главное левая сторона, чтобы была четкая. Так, значит, опять же E. Так, здесь выбираем G. Выбираем через Shift. Две вершины жмем M, Alt, Center. Ну, а здесь сейчас порежем, добавим. Так, английское A. Закрываем, делаем F. Вот тут чуть я скосил. Но опять же повторюсь. Мне нужна именно одна сторона. Это все дело отзеркалится. Можно работать было с симметрией. Ну, так лучше идти. Так, что? Ну, английское К. Давайте
Порежем все это. Так, сбрасываем. Добавим, давайте еще к резку по центру. И добавим опять же лупы. Так, здесь вот получилось что-то как-то как что-то. Это не так. Английская, значит. А, вроде все есть. А ну-ка, порежем по-другому. Так, попробуем теперь лупы. Не прокатывает что-то. Что за фигня? Ладно. Английская К. Как теперь лупка отработает? Да, не везде почему-то. Так, делаем К.
Так, сетку я потом буду переделывать. Dynamesh — это значит английское А. Так, добавляем Solidify. Ну вот уже нормально. Object Mode. Apply. Так, эта заготовка, значит, верхний у нас вот этой, как ее называют, верхняя часть клюва. Можно ее также использовать, как и из нее же сделать нижнюю часть. Не проблема. Так, значит, вытягиваем. Так, это как-то здесь вот должна быть штука. И сделаем еще какой финт. Зайдем в Edit Mode. Выберем, значит, ребра. Так. Shift Alt. Значит, выделяем ребро. Поднимаем ее вверх. Так, а вот здесь. Так. Ну, вот здесь лучше уже скульптом работать, наверное. Так. Тут тоже лучше работать скульптом. F. Вытяжку как-то. Но это я уже пролеплю это все дело, значит, в программе. Чуть-чуть можно наметить так приблизительно, да? Так, получается, значит, вот такая штука. Пониже его опускаем. Тут будут, значит, глаза. Здесь пролепится чуть-чуть переход на нижнюю челюсть. И вот такой получается болван заготовка. Да, ну, лапы я маскированием нарисую в Sculptis Alpha 6. Фу, или в ZBrush. В ZBrush, наверное. И получается у нас вот такая вот болванка, с которой теперь можно поработать. Так. Это delete. Можно это все дело вот так вот развести в разные стороны. И одним файлом сохранить. Ну а потом отделить все это дело и подогнать, да? Файл, значит, экспорт, опс, десктоп, болванка, экспорт. Ну, погнали теперь в ZBrush, потому что лепить в блендер, пардон, оговариваюсь уже который раз, в блендер лепить я пробовал, не хочу даже маяться. Так, теперь закидываем сюда рабочий стол, шкипер, квад, конечно. Edit Mode. Смотрим, что у нас тут. Вот такая получается у нас штукенция. То, что надутая Solidify нормально.
на то, что не надуто хреновасто. Значит, находим. Так, где он тут? Display property. Сделаем дубликат. Дублирование невидимых частей. Так. Flur. Отводим все это дело на центр. Ну, а теперь можно все это дело разделить. Ну, предварительно нужно сделать Geometry Dynamesh, изменить всему этому делу сетку и желательно чуть-чуть поплотнее. Вот все закрывается, переработалось. Надо так все это дело потом выгладить. Выделяем Ctrl, левая кнопка мыши, Ctrl W, переводим. Выделяем маскированием клюв, Ctrl W. И теперь все это дело разбиваем. Split, Grow, Split. Окей. Так, что тут у нас получилось? Так, это уже дело, по-моему. Что тут такое? А, это верхние детали, значит. Делиток. И, значит, закрываем геометрии. Модиф это Apology Close Holes. И делаем так. Ctrl-D. Ого, 4 ляма. Зачем нам 4 ляма? Не надо. Делаем mirror. Так. Все это дело выглаживаем. Так, мов топожив. Здесь вот нужно сделать все это помягче, понадутей, да? Так, делаем экспорт. Рабочий стол болван 4. Так, крыло. Что с крылом? Так, в принципе, крыло что выгладить, оно нормальное. Ну и клюв тоже. Экспорт. Шкипер, болван 1. Так. Да, сохранить, переписать. Ну, а теперь я буду работать с CoolTree Alpha 6. Импортируем сюда, значит, Skipper Balwan 4. Так. Skipper Balwan 4, New Scene. Ставим симметрию. Окей. Что-то походу у меня мышка хочет навернуться. Через раз нажимается. Так, теперь Flatten. И вот это все дело мягенько так. На низкой детализации
кисточку побольше, и вот так вот все это дело повыглаживаю где-то шифтом. Вот. Чем мне нравится скульптор с Альфа 6, что она здесь любой косяк может перегладить аккуратненько, переработать. Вот эти все недостатки. Мягенько так. Оп. Интенсивность, если еще меньше поставить, она вообще будет еле ее шкарябать. Так, шкиперу чуть-чуть, значит, голову чуть-чуть здесь вот так вот смягчаем. Верхушка. Выглаживаем. У него должен только вот здесь остриёк быть вот этот. Остриёк мы этот вытянем. Вот так вот. Во. И теперь какая штука. Намечаем ему пазы для глаз. Это кисточка. Давайте склеим. Кисточка Drive. Так. Размер кисти. Чтобы слишком много не было для глаза. Его потом можно будет расширить. Так. Так вот. Так, ну а теперь клей отключаем и делаем вот такой вот фартук. Теперь клей добавляем и накидываем сюда вот этот вот такой выступ. Так. Можно его теперь побольше вытянуть. Во. Это не клюв, это переход, значит, под клюв. Такая штукенция, да? И теперь что? Можно нарисовать вот эту отбивку, значит, где она тут? Побольше на кисточку отбивку, значит, вот этой части у него. Делать потом такой как бы переход. Так, теперь по лапам что? По лапам у нас тут все попроще. Значит, выбираем кисточку, ставим ее побольше, накидываем здесь вот так вот как бы массу. Во. Так, здесь у него идет уже хвост. Типа как перья, да? Вот так. Так, есть такое дело, если немножко оклеим здесь, наверное, переходики поделаю. В принципе, что? Крылья, лапы, хвост. Здесь вот можно еще
Значит, флатеном чуть-чуть вот так это все дело живот подгладить. А вот здесь чуть-чуть добавить резку. Вот так резку. И провести без клея вот такой вот хребет. До хвоста. Здесь это все дело выгладить можно чуть-чуть даже через альт вот эту форму дооформить. И значит лапам, по лапам тоже, ну по лапам они вообще-то небольшие у него должны быть тут. Чуть-чуть все это дело выглаживается, проходится кисточкой флатом, вот так по горбу можно пройти. Ну и здесь тоже, значит, в принципе, тут не должно таких сильных быть выступов. Ну и здесь вот, наверное, по горбу чуть-чуть как бы вмятину что ли сделать. Итак, получился вот такой у нас баллон. Закидываем его, значит, под тем же названием. Шкипер баллон 4. Сохранить, да? Так, теперь что можно сделать? Попробуем, как работать с дополнительной болванкой, да? Открыть и, значит, отключаем симметрию. Окей. Импорт, значит, дополнительной болванки. Это подставляем, подгоняем. Так, теперь скайл уменьшаем. С помощью Global, а Grab, включенная Global, можем перетаскивать. Вот сюда подставляем. Во. Так. Ну а теперь можем лепить, прорабатывать. Так, это у нас включим симметрию, окей, и при симметрии все это дело сливается. Вот такая штука. Значит, делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z. Тут уже шифтом выглаживаем. И работаем с одной стороной. На клюв побольше вот этого массы. Здесь оп. Выглаживаем. Так, что здесь можно с клювом сделать? Можно его вот так через альт снять. О. И тут можно поднакидать, значит, массы. И кисточкой флатом все это дело хорошо преобразить. Так, здесь у него должна быть впадина. В принципе, впадина есть.
Так, выглаживаем. Побольше на нос, наверное, накидаем. Ну вот, получается как-то вот такая штукенция. Потом с симметрией поработаем уже отдельно. Так, а здесь вот через Alt. Во. И здесь чуть-чуть массы побольше по краю. Так. Граф подключаем и опа. Так, нам нужна одна сторона, остальное у нас не колышет, выглаживаем. Делаем все это дело помягче. Опа. Ну вот уже персонаж. Global включаем, если вдруг будем импортировать это все дело, да? Сейчас отмена. Просто клюв оттягиваем в бок. И потом снимаем маску, как бы ZBrush, Ctrl и проводим по экрану. И вот такая вся штука отправляется, значит, в ZBrush. Это экспорт. Болван 4. Сохранить. Да. Так, теперь все это дело. Так. Все это дело. Я не сохранил уже файл, да? Импорт. Болван шкипер. Вот симметрия. Так. Опа. Чуть-чуть поднадуем. Подгоняем Alt, левая кнопка мыши, на мышь можно нажать. Смотрим, как он тут. О, все, отзеркалился. Если что, его можно чуть-чуть переработать, подтянуть где-то. Ну, в принципе, длина нормальная. Теперь делаем ему что? Дубликат. И все это дело просто переставим на низ и переработаем. Так. Делаем скайл. А что ты будешь издеваться? Ctrl Z. Alt, левая кнопка мыши, переводим. Так, что у нас тут получается? Перекрутка. Под анимацию сразу открывка делается.
Так, это тоже не понадобится. Делаем Geometry Mirror and Well. Включаем кисточку Clay Build Up. Переключаемся на автомаскинг. Back Face Mask. Интенсивность на двоечку. И низ вот это вот. Тут чуть-чуть его по-другому надо переделать. Так, X-симметрия. И вот здесь вот. О, чуть поднакидать. Так, теперь включаем болванку нашу и смотрим. Все хорошо. Все замечательно. Текстуры, значит, импорт. Подкинем сюда нашего какого-нибудь персонажа скачанного. Ну, чтобы понять, что тут да как с ним, да? Вот, получается, что вот тут чуть-чуть искажена эта штука, да? Так, будем пробовать. Надуваем его. Так. Надули. Теперь что у нас получается? Что у нас глаза слишком низко. Так, как это все дело исправить? Так, клюв. Что у меня? Вот этот гизмо запарил у меня прыгать. Так, это аж вот тут. Ага. А это значит наше вот тут. Так. Наверное, чуть-чуть все равно ниже надо опустить. Так, у меня батарея садится. Ай, бля. Так, и теперь еще чего? Shift Z. Ну, клюв, в принципе, что? Клюв попал. Вот эту часть только нужно опустить пониже. А теперь разберемся, как исправить глаза, да? А мы их вот так вот замаскируем. Ctrl-I. Переведем Alt повыше. Сделаем Scale S. И поднимем повыше. И выведем вперед, чтобы у нас вот эта штука была сверху. И переработаем Shift Z. И переработаем, значит, вот этого по форме. Так, это значит еще повыше. Делаем mirror. Снимаем маску. Тогда чуть-чуть еще поднимем клюв. Вот такие пироги, да? Так, теперь что? Делаем всему этому Dynamesh.
Во. Так, ну куда тут уже глаза-то поддевать? Ну, аж вот тут, что ли? Ну, вроде как. Так, чуть-чуть теперь. Мох тополоджи. Их симметрия и чуть-чуть вот эти нижние части подкорректируем. Так, это вот. Вот. Вот такой получился шкипер. Теперь давайте что сделаем. Так. А вот здесь через Alt побольше поставим вот эту детализацию. И сделаем, значит, тут ему. Под горло. Вот так вот. Ну а здесь чуть-чуть поднабросаем вот так, чтобы типа переход был, да? Ну вот, дали ему. Вот. Так, и через чуть-чуть так. Забываю симметрию. Так, нижнюю челюсть берем и с помощью Morph Topology тянем ее вниз. Вот так вот. Делаем ее лодочкой. Во. Тогда тут вдавливаем. Вот таким вот образом. Так, а тут тогда уводим чуть-чуть.
Так, есть такое дело. Теперь нужно ноги у них посмотреть, какие нарисовать маску. Это файл Save As. Сохранить Project. Skip. И так, сохраняем. И что еще там можно сделать? Чуть-чуть, наверное, нужно сплюснуть ему вот эти клювы, потому что слишком, ну, в принципе, он не острый, он же по скрину сделанный. Ну, ничего, чуть-чуть уменьшить не зазорно. О, так прикольнее будет. Так, ну а теперь по лапам. Давайте append, добавим куб. Так, все отключим, оставим только куб. Сделаем кубу DynaMesh. Закинем сюда, значит, форму лап. Картиночка подключена. Так, уменьшаем. А можно побольше так сделать. Так. Это включаем глаз. Подводим нашу вот эту штукенцию. Куб. Ctrl зажимаем. И... Ага. Не сделался DynaMesh. И что если не подтупляю. Так, Ctrl. Рисуем аккуратненько. В принципе, тут не такая сложная уже форма этой лапы. Сюжет. Значит, здесь поострее. Ctrl-Alt стирает маску. Левая кнопка мыши. Так. Так. Ctrl-W, а, пардонте, Ctrl-Z, Ctrl-I. И вытаскиваем все это дело гизмо кверху. Делаем теперь DynaMesh. Вот теперь Ctrl-вверх маскируем, делаем Ctrl-W, Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, выбираем полигруппу. И теперь все это дело галхизм удаляем. Делаем всему этому DynaMesh. Закрывается нижняя часть. Так, ну а теперь, в принципе, можно при скульпте с альфа-6 смягчить, выгладить. И как я тут не привыкну вот к этим кисточкам Polish, Planar. Вот нажимаешь ее, она хрен как работает. А ну-ка. Так, низ все, значит, сгладим. Аккуратненько все подгладим. Фур нам пока не нужен. И вот этот планар, а вот этот полиш. Вообще хрень какая-то. На Alt на оставить, чтобы она, да, работала.
Так, а что тут с интенсивностью? Что он так хреновастенько работает? Хоть ты тресни, не нравится она мне, это полишь или вот это вот. Можно и работать, но не очень интересно кисть. Так, ну и тут тоже такую же штуку. Все тут, тут она работает, тут я полюшу, она как-то грубовато, блин. Надо попривыкнуть к ней. Так, есть такое дело, теперь кисть стандарт. Давайте тут вот набросаем такую штукенцию, как бы шишку, да. И вот теперь опять же полиш. Так, я тут как-то выгладим. Переведем на пятку. Так, вот как. Оп. Так, это значит у нас нога. Так, и теперь включаем все саптулы. Ставим ей Gizmo, ставим ей Scale, опускаем до ноги, подсобачиваем нашему, что такое, нашему персонажу сюда, чуть-чуть даже вот уводим. Понял, а вот Z. Думаю, что она так включилась. Во, а теперь нормально. Так, ну это она толстоватая лапа. Надо ее обрезать. Выбираем Ctrl-Shift кисточки brush. Так, прибрать. И лапу прям потоньше делаем. Во! Нормальненько. Теперь выбираем Move Topology. И вот эту часть тоже немножко как бы подкорректировать. Тут-то живот. Но вот эта лапа, она все равно как бы чуть-чуть отдельно должна быть. И вот так вот. Раз. И тут чуть. И не тут, вот тут чуть поднадуть, где-то шифтом чуть выгладить. Так, еще мне не нравится здесь, по-моему, вот эта штука. Вот, чуть-чуть, чтобы голова была определена, и чуть-чуть, наверное, все-таки хвост побольше, и здесь он как бы поострее должен быть. Ну, как-то так, если его представляю. Так. Ну, а теперь эту ногу делаем зеркалку. Mirror. Ну, вот получился вот такой шкипер. Так, вот эти все референции будут на скачивание, значит, в папке с файлом вот этого шкипера. Вот так вот. И, значит, референсы будут выложены в группе именно просто картинками. Вот такая штукенция. Все, теперь раскраска. Черно-белый. И в путь.
Все, всем пока, до свидания.